Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Kubotkin Kong 6. И сейчас я покажу вам, как поменять разрешение записи видео. Итак, мы открываем камеру. Далее выбираем видео. Нажимаем на значок шестеренки. И выбираем размер видео. И выбираем 480, 720, либо 1080. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.